Всем привет! Вот решил заправиться еще раз с нашим катализатором. Первый бак уже изъездил. Сейчас заправлюсь еще 25 литров с катализатором. Одну четвертинку брошу в бак. Сейчас покажу. По результатам скажу то, что мне очень нравится. Двигатель работает гораздо тише. У меня пропали разные перебои, когда двигатель на холостых работах работал то обороты выше, то ниже, выше, то ниже, как бы, ну, прогревалась машина. Вот, на педальку давишь совершенно мало, машина едет очень хорошо. Вот, разгоняется быстро, экономия получается в районе 20%. Разделил такую вот таблеточку на 4 части. Таблетка на 100 литров любого топлива, бензин, газ, дизель. Одна четвертинка на 25. Мы приехали на заправку. Сейчас будем заправляться. Вот. Открываем бачок. Бросаем туда нашу четвертиночку. Вот. Все. И вставляем наш пистолет. Берем 92 и вставляем. Так, будем заправлять 25 литров. Заливаем наши 25 литров в нашу машинку. 24, 25. Ну, я залил чуть больше, потому что у меня кэшбэк идет еще. Тогда ровные суммы 1200. Все, достаем и поехали. Мы заправились. Так как это у меня уже не первая заправка, можно ехать сразу. Таблетка растворится сама и уже попадет туда, куда надо. Если это у вас будет первая заправка, то нужно подождать 10 минут, чтобы таблетка полностью растворилась в бензине, в газе или в дизеле. И только после этого уже можно ехать.